когда сюда ехал, смотрел обращение. Знаете, что они придумали? Закрыли городской парк на корпоратив. Вот, Николай Васильевич, да. Татьяна Петровна, обращение прокуратуры, прокурора области. Кто это сделал, должен понести ответственность. Ну, с ума не сходите. Вы что делаете? Городской парк – достояние всех жителей. Кому-то хочется широко и с музыкой отдохнуть, отдыхайте на своей даче. А это общественное пространство. Возьмите какой-то пустырь, обустройте вместе с теми, кто такие корпоративы проводит, и собирайтесь там.